Сенсационную находку сделала американский историк Мэри Сазерленд. Она вела раскопки в окрестностях Берлингтона, штат Вермонт, на месте, где находилось древнее ритуальное место для погребальных сожжений. Ученая обнаружила вот этот таинственный и жуткий предмет. Исследования подтвердили ее догадки. Это не что иное, как окаменевший фрагмент человеческого пальца. Но его обладатель был в два раза больше обычного человека. Вот эта часть – это палец, ноготь. Это место соединения. Посмотрите на разницу. На этот образец и мой палец. Есть множество камней, но тут явно видно, что это палец. И, конечно, нужно учитывать, что во время окаменения происходило осушение, то есть терялась жидкость и объем. Потому, возможно, реальный размер был в полтора раза больше. Возраст находки установить не удалось. У науки нет точных данных, сколько времени необходимо, чтобы органическая ткань так окаменела. Это могло быть и 10 тысяч, и миллион лет назад. Я думаю, что он несколько деформировался. Сейчас он, конечно, не такой, каким был в оригинале, у гиганта. И это только часть пальца. А на самом деле он был такой длины. И, возможно, такой ширины. Как мог выглядеть этот гигант? Мэри Сазерленд считает, что внешне он был похож на обычного человека и отличался только размерами. Его рост мог достигать 4 метров. Я не думаю, что у них были какие-то отличия от людей, от человека. Разве что размер. Но мы не знаем, кому принадлежал палец. Ребенку, женщине, мужчине. Но он в точности такой же, как у человека. И я убеждена, что гиганты выглядели точь-в-точь, как люди. Больше никаких останков в том месте Мэри Сазерленд найти не удалось. По ее версии, этого гиганта сожгли на древнем жертвеннике. Но кем был этот гигант, и откуда в этих местах возникла странная традиция кремировать усопших? Местные индейцы не практикуют ничего подобного. Ученый спросила коренных обитателей Вермонта, нет ли в их легендах сведений о великанах. И выяснилось вот что. Индейцы передают от отца к сыну, что их предки видели гигантов в этих местах. Индейцы говорили о гигантах, людях огромных размеров, которые обитали здесь и строили огромные каменные города. Большая часть из них была уничтожена Великим потопом. Это именно то, что нам рассказывали коренные жители. Великаны были белокожи и рыжеволосы. Люди их смертельно боялись, так как те обладали большим могуществом. Вероятно, одного из них и сожгли после смерти, чтобы уничтожить все следы об этой расе. Но нечто подобное, вероятно, происходило и в Древнем Египте. Вблизи священного города Саккара находится зловещая загадка. Серапиум – гигантская подземная усыпальница. В некрополе стоит 2 десятка гранитных саркофагов. Они слишком большие для людей. Археологи считают, что здесь хоронили священных жертвенных быков Аписов, в которых якобы воплощался бог Пта. Но саркофаги велики даже для быков. Это вещи, сделанные из гранита, отполированные грани, в них можно смотреться как в зеркало. Принято считать, что вот эти вот 30-40-тонные, как минимум, саркофаги делали для священных быков Аписов. И это официальная версия. Но она не подкреплена ничем, потому что там останков животных не было найдено. Кто же там был похоронен? И где сейчас их тела? На дне некоторых саркофагов были найдены раздробленные останки, залитые смолой. По верованиям древних египтян, это было страшное проклятие. Они специально делали мумии знати, чтобы усопший мог жить вечно в мире мертвых. А гробницу в священном городе могли себе позволить только очень важные люди. Почему-то их прах осквернили, чтобы те не смогли ожить, но при этом не решились уничтожить совсем. Ученым не удалось выделить ДНК останков и сказать, чьи это кости. Но исследователи Кристофер Данн, Грэм Хэнкок и Роберт Бьювилл нашли в Серапиуме еще одну загадку – следы высочайших технологий. Пока Хэнкок и Бьювилл снимали, я спрыгнул в склеп и приставил уголок к внешней поверхности коробки.
Она была идеально плоской и ровной. Я посветил фонариком, и лучи света даже не пробивались через уголок. Потом я измерил углы саркофага, и они оказались идеально равны 90 градусам. Я искал ошибки и не мог найти ни одной. 100-тонные гранитные короба имеют в длину и высоту почти 4 метра, а в ширину около 3. Они стоят в центре склепов, которые на 1,5 метра ниже уровня пола туннеля. Невооруженным глазом видно, что и вход, и туннель по размеру намного меньше любого саркофага. Совершенно очевидно, что протащить их туда, тем более с помощью ручного труда рабов, было абсолютно невозможно. Для этого могли использоваться лишь какие-то совершенные механизмы. Способ транспортировки даже отдельных деталей сложно себе представить. Позднее Кристофер Данн привлек к исследованию крупнейшие компании по точной обработке гранита. И тут выяснилась непонятная вещь. Оказывается, ни одна из компаний не в состоянии технически изготовить подобные саркофаги. Профессиональные камнерезы заявили, что могли бы сделать коробки из 5 частей, а затем смонтировать их на месте. Но саркофаги Серапиума не имеют стыковочных швов. Они монолитные. И это ученые объяснить не в состоянии. Когда на территории Северной Америки жили гиганты? И куда они исчезли? Историк Фриц Циммерман потратил 13 лет на изучение этого вопроса. По его мнению, это была раса, которая жила обособленно и в конце концов вымерла. Их хоронили в особых курганах, часть которых сохранилась и сегодня. Многие из этих курганов до сих пор существуют. И это те же курганы, где были найдены скелеты длиной от 2 до 3 метров. Их останки все еще находятся там. Фриц Циммерман лично исследовал около 700 курганов, но ничего в них не трогал. Он располагает только фотографиями своих находок. Я нашел там множество костей, скелетов гигантов, которые были захоронены в этих местах. Количество найденных скелетов примерно равно 5000. Исследователь не имел права вести официальные раскопки древних курганов. По его словам, монополией на изучение костей гигантов владеет правительственный Смитсоновский институт. Туда попадают все артефакты, которые не вписываются в историю. Результаты исследований не публикуются. Да, в некоторых музеях также были образцы. Но их также изъял этот Смитсоновский университет. И если бы музеи сказали, что там есть, правительство бы изъяло все. У нас есть разные свидетельства, каменные находки. И все они датируются периодом от 7-го до 2-го тысячелетия до нашей эры. Фриц Циммерман искал любые упоминания о расе гигантов в легендах и древних текстах. Он пришел к выводу, что они жили на всех континентах и превосходили людей не только ростом, но также знаниями и способностями. Исследователь называет великанов библейским словом «нефилимы». В некоторых переводах оно трактуется как «гиганты» или «титаны», лишь потому, что те так выглядели. Нефилимы – падшие ангелы, гиганты. Это все одна история. Гиганты – это сказочная раса. И здесь, на Земле, они являлись одними из самых больших существ. В буквальном переводе «нефилимы» означает «павшие». Павшие на землю. Теологи считают, что это означает моральное падение ангелов. Но если все гораздо проще. Древние люди мыслили примитивно и называли вещи своими именами. Павшие на землю, то есть пришедшие с неба. В Библии упоминаются так называемые нефилимы, древние гиганты. В книге Бытия говорится о том, что сыновья Божии спустились к людям на землю. Они были людьми огромного роста. Часто отмечается, что у них была большая продолговатая голова. И, похоже, археологи нашли подтверждение сказанному в Библии. Ученым известно множество останков древних людей с удлиненными черепами. Казалось бы, в этом нет ничего сверхъестественного. Это люди обычного роста. У некоторых народов была традиция искусственно вытягивать голову детям жрецов и царей. Зачем это делалось, наука окончательно сказать не может. Есть такая версия, конечно, она как бы не претендует на научность, но при таких вот сильных деформациях черепа изменяется и психика человека. Ну, в частности, у человека могут развиться склонности к трансам, галлюцинациям, то есть он как бы искусственно получает те свойства, которые известны у шаманов уже в исторический период по записям этнографов. Но некоторые находки из этой серии просто поразительны. В Перу была обнаружена очень странная мумия.
Исследователь и фотограф Евгений Гнесин специально поехал посмотреть на нее. В музее эта мумия преподносится как мумия ребенка, но ни форма головы, ни размеры, ни пропорции, они вообще не говорят о чем-то таком, что это человек, что это ребенок человеческий или что это взрослый человек, но потому что вот эти все формы, они скорее похожи на вот классическое представление о гуманоидах, таких вот небольших человечках с большими головами и большими глазами. Смотрите далее. Гигантские черепа, след пришельцев или атлантов. Они в два раза длиннее, чем обычные человеческие черепа. Кто расчертил Землю из космоса? Составляет арифметическую прогрессию, точную. Над стендом, где выставлена мумия, есть фото с реконструкцией головы по форме черепа. Неизвестно, шутка это или нет, но тогда существо имело мало общего с человеком. Больше всего поражают огромные размеры головы по сравнению с телом. Первый раз, когда я увидел, меня это несколько так ужаснуло, потому что, если так брать пропорции обычной головы, то есть вот лицевая часть и, скажем, объем всей остальной головы где-то раза в три, наверное, больше, чем у обычного человека. От подбородка до темени 50 сантиметров. Столько же вся нижняя часть тела. Зубы у большеголовой мумии, как у взрослой особи. А вот темя не заросшая, как у младенца. Если говорить о том, что, там, скажем, эти операции делались специально, такая форма головы достигалась путем всяких повязок, то в данном случае, если здесь речь идет о ребенке, то получается, что человек рождается уже с такой вот формой головы необычной. То есть здесь не идет речь о каких-то специальных методиках изменения формы головы. По мнению ученых, это могло быть обычное человеческое уродство, связанное с мутациями и заболеваниями. Разгадать научную загадку, возможно, получится после анализа ДНК. В провинциальных музеях Перу также есть древние черепа, форма которых невозможно объяснить только механическими изменениями. В маленьком музее в городе Икка, носящем название «Богатство Девы Марии», там были экспонаты в одной витрине, невероятной длины черепа, но среди них были черепа, форму которых, и это подтвердили мне эксперты, невозможно объяснить лишь искусственным удлинением. Они в два раза длиннее, чем обычные человеческие черепа, и это абсолютно исключает искусственное удлинение. Возможно, эти люди были крупнее нас. Получается, что феномены удлиненных черепов и костей великанов все же связаны. Доказательства их существования в прошлом можно считать убедительными. Но почему они были такими? Где находились их государства? Как они там жили? В поисках ответов снова стоит открыть древние книги. Там говорится, что гиганты строили величественные сооружения. Некоторые из них сохранились до наших дней. Традиционные предания говорят, что эти люди, гиганты, которые жили до нас, строили все из камня. Храмы, пирамиды, города. И ученые каждый день находят все больше и больше свидетельств их существования. Британский Стоунхендж. Местные жители так и называют – пляска великанов. Загадочное сооружение, составленное неизвестно как, из многотонных камней. О его назначении спорят до сих пор. Лидирует версия, что святилище было древней обсерваторией. С помощью радиоуглеродного метода удалось получить новейшую, более точную датировку памятника. Оказалось, камни еще старше, чем было принято считать. Они были поставлены на равнине Солсбери 2965 лет до нашей эры. Шотландский астроном Дункан Лунан вычислил, что камни стоят там, откуда периодически виден центр галактики. Это сооружение может использоваться как маяк. С появлением корректной даты появления Стоунхенджа все встало на свои места. Увидеть галактический центр здесь невозможно. Его может увидеть кто-то, летящий сюда на космическом корабле с другой звезды и использующий галактические координаты для навигации. И такие точки могут помочь ему приземлиться в месте, где можно было бы по-прежнему пользоваться галактическими координатами. Дункан Лунан делает из всего этого сенсационный вывод.
Стоунхендж на самом деле является обсерваторией. Однако, чтобы ею воспользоваться, необходимы знания, которые даже современная наука открыла не так давно. И самое главное, кем и для кого строилась эта система ориентации. У нас появились косвенные доказательства посещения Земли некими существами, которые, по всей видимости, сначала приземлились в Стоунхендже, а затем в Гизе. И отметили свое прибытие возведением построек. Всего на 700 лет старше Стоунхенджа удивительный памятник архитектуры. Комплекс храмов Джигантия, или Гигантия, на Мальтийском архипелаге. Каждый храм имеет вогнутый фасад, перед которым устроена платформа из огромных каменных блоков. Отдельные мегалиты, из которых построены эти сооружения, весят более 50 тонн. Но это критический вес даже для современных машин. Видимо, для создателей комплекса управляться с такими камнями было несложно. В Ирландии, в маленьком городке Бушмиллс, находится тропа великана. Она идет вдоль береговой линии 275 метров и затем выступает в Атлантический океан еще на 150. 40 тысяч базальтовых колонн одинаковой многоугольной формы так плотно прилегают друг к другу, что между ними трудно просунуть даже нож. Мэри Сазерленд считает, что сооружение гигантов по всей планете объединяет одно. Они все стоят на разломах земной коры, и в этих местах повышенный электромагнитный фон. Это позволяет ей выдвинуть фантастическую гипотезу. Древние храмы использовали искривление пространства-времени и создавали своего рода звездные врата, порталы в иные миры. Там создаются огромные потоки энергии. Они открывают порталы, которые ведут в другие измерения. В древности эти зоны использовались как места для особых церемоний. Они отправлялись в другие измерения, чтобы потом вернуться с полученной информацией. Эти водовороты, а там есть один большой и много маленьких, они похожи на дыры, отверстия, проходы. Когда люди в них заходят, они совершают путешествие во времени и в пространстве. Эти места так важны, потому что люди, которые здесь жили, понимали эту астрофизику, понимали физическое обоснование других измерений. Они также знали, как создавать эти порталы, а не только как использовать существующие. Еще одну тайну древних гигантов хранят линии на плато Наска. На плато длиной в 50 километров и шириной около 7 нанесены разнообразные линии, геометрические фигуры и рисунки. Все в Наске так устроено, что полную картину можно увидеть только с воздуха. С земли вы ничего не увидите. Ни фигур, ни линий. Ничего. Только с воздуха все открывается. И возникает вопрос. Что это, собственно, такое? Линий около 13 тысяч, а рисунков около 30. Птицы, обезьяна, паук, цветы. Именно наличие здесь рисунков вот этих удивительно красивых и огромных как раз и заставляет думать, что это не случайность. Как же все эти рисунки нанесли древние жители Анд? Для создания таких гигантских изображений нужна серьезная вычислительная аппаратура. Сами линии, они выглядят как? Это просто ну, тропинка такая, до 300 метров они бывают шириной, если это трапециоиды. Вот. И там камни просто выброшены на боковинки. Вот такое ощущение, как бы пылесосом чем-то выдули, они вот сбоку все лежат. Поверхность слегка цементированная. То есть, если вы ее пробуете даже вот руками, она более плотная, как будто ее чем-то там обожгли. Немножко она как бы... Она, конечно, не такая, как камень твердый, но если сравнить с песком рядом, она в несколько раз плотнее тверже. Если рисунки животных в Наска теоретически могли быть созданы людьми, то насчет геометрических фигур это кажется весьма сомнительным. Дело в том, что перед любым рисунком идет непрерывная линия, образующая треугольник площадью 300 квадратных метров. Не прерываясь, линия идет дальше и несколько раз выполняет зигзаги, меняя направление. И только после этого она рисует контуры растений и животных. Причем, пока идет этот, рисуется этот зигзаг, линия плавно утоньшается. И только после вот этого выполнен рисунок дерева, который условно дерево называют. И уже после дерева эта тоненькая линия уходит обратно на какую-то площадку. Так вот,
Длина вот этой всей линии с зигзагом 5 километров. Для чего делать это вручную? Причем можно себе представить, насколько это усложняет себе работу, если линию плавно утоньшать. И при этом делать еще строить совершенно идеально правильный зигзаг прямоугольный. То есть это полный абсурд, если говорить о ручной работе. Глубина линий от 10 до 30 сантиметров. Ширина отдельных полос может достигать и 100, и 200 метров. В длину же некоторые линии есть и по 10 километров. Это невозможно проделать на земле, не видя всей картины сверху. К тому же поверхность плато, на которой сделаны линии, неровная. Если эти фигуры идут по неровному рельефу, на снимках сверху они имеют идеально правильную конфигурацию. Тогда как просто элементарно по закону, если бы это делалось на земле, они должны были уже искажаться, потому что там гипотенуза всегда длиннее катета. Вот. Но вот на снимках сверху всегда эти фигуры выглядят идеально правильными. Это, на мой взгляд, один из наиболее существенных аргументов в пользу того, что это делалось каким-то энергетическим потоком и сверху. На краю плато находятся 6 параллельных линий. Они расширяются в сторону обрыва. Их изучение привело Аллу Белоконь к еще одному поразительному открытию. Расстояние между линиями оказалось математически гармонично. Когда я их привела к общему, там, наименьшему общему кратному, оказалось, что они составляют расстояние между вот этими 6 линиями составляет арифметическую прогрессию точную. То есть между ними расстояние соотносилось как 4 к 5, к 6, 7 и 8. Это меня потрясло. Но кто и когда мог сделать такое? Смотрите далее. Проклятая пустыня, аэродром пришельцев. Там можно встретить неких потусторонних существ, такие гиганты, атлетически сложенные, типа воинов. Древние геоглифы рисовал НЛО. Говорят о непрерывном движении вот этого объекта, с которого шла эта энергетика. В этих местах нет дождей. Если осадки выпадают, то очень редко. И влага испаряется с раскаленной поверхности. Это идеальное место для сохранения изображений на тысячи лет. Ученые спорят насчет датировки рисунков Наска. Согласно официальной версии, эти линии были сделаны в первом тысячелетии нашей эры. Но не все с ней согласны. Цивилизации, которые жили уже после того, как линии возникли, им полторы тысячи лет, 2000 лет возраст. Значит, заведомо эти линии намного древнее. Вот. И опять же, в легендах у аборигенов никаких историй про происхождение этих линий, про их функции нет. Только вот ощущение страха и, так сказать, табуированности. Нет, мы туда ни за какие деньги не пойдем. Поэтому это древняя штука. Физик Евгений Файдыш много лет изучал традиции перуанских индейцев и их рассказы о линиях плато Наска. Он считает, что рисунки были сделаны задолго до местных жителей, а фольклор содержит удивительное поверье. Считается, что там можно встретить неких потусторонних существ. Их обычно называют инками, хотя, как бы, я думаю, это более древние какие-то существа. То есть такие гиганты, атлетически сложенные, типа воинов. Или жрецы такого же типа. И вот если человек такого встречает и смотрит ему в глаза, он быстро очень умирает, у него идет кровь из носа, из ушей и все. Насколько это сильное верование, в общем, считается, что это одна из причин, почему геоглифы не уничтожены. Потому что местные туда просто боятся, ногой не сунутся. Кого же могли встретить на этом плато горные индейцы? Реальных великанов? Пришельцев из параллельного мира? У ученого пока нет окончательной версии. Просто вопрос в чем? Были ли эти гиганты вот на уровне вещества, или это были некие полевые образования, которые вызывали у людей соответствующие ощущения? Вот. Ну, не галлюцинации, а видения. Швейцарский исследователь древних цивилизаций Эрих фон Денекен тоже посвятил много лет феномену плато Наска. Он считает, что тайна заключена вовсе не в рисунках и линиях. Обычно люди показывают фигуры пауков, обезьян, ну и так далее. И делают вид, что в этом все и дело. Или показывают узкие линии, которые имеют ширину примерно 1 метр. Самая длинная из них – 23 километра. Но то, что не показывают зрителю, то, что видно с воздуха – эти громадные взлетно-посадочные полосы. И эти полосы – самые главные.
По мнению фон Деникина, в глубокой древности кто-то пользовался этим плато как аэродромом или посадочной площадкой. И это может объяснить тайну параллельных расширяющихся линий. Я это так себе представляю. На орбите находился материнский космический корабль. Из него производились измерения. Например, им нужны ресурсы, минералы, руда, возможно, золото. Из корабля они видят месторождение. Это место необитаемо. Они понимают, что никому не навредят. И тогда они посылают машину-автомат, робот. Он приземляется на плато Наска, погружается все глубже и глубже, вокруг летит песок и камни. Машина приземляется и начинает бурить. Производит измерения, какие ресурсы и минералы здесь есть. И после этого улетает. Остается линия, трапециобразная линия. Широкая часть ее находится в том месте, где робот приземлился. А в том месте, где взлетал, она сужается. Климат сохранил следы приземления на тысячи лет. А люди затем внесли свои изменения. Возможно, за этим наблюдали 2-3 индейца. 2-3, не больше. Они испугались. Они ничего не поняли. Божественные колесницы исчезли. Сюда пришли индейцы. Они видят эти линии и ничего не понимают. И начинают рассуждать. Боги сделали линию. Мы должны делать линии для богов. Боги сверху видят их. А люди начинают рисовать эти линии. Север, юг, восток, запад. Длинные, тонкие, широкие. По версии фон Деникина, индейцы чертили эти линии в надежде на то, что однажды боги спустятся к ним снова. Поскольку никто не прилетал, священники придумывали для богов все новые знаки. Так появились очень крупные рисунки животных. Все для того, чтобы боги заметили их с неба. Но технические специалисты не согласны, что люди могли нанести вручную хотя бы часть линий на плато Наска. Зачем? Зачем вот делать такие удивительно математически правильные кривые, если делать это вручную? Вот отсюда возник интерес и возникло понимание, что не все так просто. И все вот уже почти три десятилетия потрачены на то, чтобы доказать, что технология рисунков Наски – это супертехнология. Для всех изображений характерны два элемента – спираль и кнутообразная фигура. Они встречаются в самых разных масштабах, но всегда замкнуты. По мнению ученых, это доказывает, что линии рисовались сверху и непрерывно. Излучатель энергии, которая это творила, по принципу работы можно сравнить с осциллографом. Это свидетельство динамики в процессе изготовления вот этих фигур. Потому как, если взять просто зигзаги, там, прямоугольные, пиловидные, там, синусоидальные. Это результат сложения движения в двух направлениях. То есть, если это импульсные скачки, то будет там, пилообразно. Если это мгновенные и с одной интенсивностью, это будет вот, типа прямоугольных зигзагов. Если это плавно меняющееся, да, движение, это будет синусоиды. И вот для меня лично вот эти вот все особенности, эти зигзаги, спирали, они скорее говорят о непрерывном движении вот этого объекта, с которого шла эта энергетика. Но каков мог быть источник этой энергии, которая раздвигала и разбрасывала камни в таких масштабах? Радиофизика Алла Белоконь долгое время работала в Киевской комиссии по аномальным явлениям и изучала феномен НЛО. Это помогло ей продвинуться в разгадке тайны древних рисунков. У меня было впечатление, что я вижу в Наске иллюстрацию тех вещей, которые мне рассказывают, значит, про НЛО. Вот для НЛО характерны лучи аномального света. Почему они их так называют? Это они лучи еще твердого света, потому что лучи, которые выходят из НЛО, они не рассеиваются. То есть вот для электромагнитного излучения идет потеря мощности от квадрата расстояния, они как бы затухают. Именно энергетика вот этих лучей, она способна притягивать предметы, переворачивать, давать им даже такой момент кручения. Американский физик Джеральд Хокинс первым отметил странную особенность рисунков Наска. Все они были выполнены одной линией без разрыва, которая нигде не пересекается.
После Хокинса на непрерывность линий обратили внимание и другие. Они отметили сходство рисунков с электросхемами, выполненными одним проводником. Он не может пересекаться, иначе получится короткое замыкание. Он не может прерываться, в этом случае будет разрыв цепи. Когда физик Евгений Файдеш впервые увидел линии Наска, он подумал, что они напоминают печатные платы. А отдельные фигуры очень похожи на современные фрактальные антенны. Определенная форма, эта форма, она уже резонирует. То есть, в принципе, вот те же антенны, их можно карандашом даже нарисовать, если там графит, чтобы он проводящий был, она будет как антенна работать. Там не материал играет основную роль, а именно геометрия, форма. Получается, что плато Наска – это комплекс связи. Если линии Наска действуют подобно антенне, то есть принимают и передают сигналы, то возникает вопрос, куда же она направлена? По мнению Евгения Файдеша, ответ на этот вопрос следует искать не на Земле. Они настроены, по-видимому, какие-то космические объекты и принимают и информацию, энергию из космоса. Какую радиопередачу можно поймать на плато Наска, никто не знает. Но направлена она явно не с Земли. И, возможно, здесь и заключена разгадка гигантского роста нефилимов. Смотрите далее. Если марсиане существовали, они были гигантами. Потому что на Марсе значительно меньше силы тяжести. Земная жизнь – последствия десанта с Красной планеты. Мы точно знаем, что на Марсе в глубоких слоях почвы есть вода. По мнению ученых, размер обитателей планеты зависит от химического состава среды и массы небесного тела, то есть силы притяжения. Если эти существа были больше людей, значит, на их родной планете гравитация была слабее. Но где и по каким признакам искать родину нефилимов? Только в нашей галактике миллионы звезд, вокруг которых сотни планет. Известно, что их технический уровень был выше. Значит, цивилизация была намного старше Земной. Более того, древние тексты утверждают, что гиганты жили на нашей планете до некой глобальной катастрофы, а потом исчезли. Археологические находки доказывают, что некоторые из них умерли. Но почему же они не улетели обратно? Может быть, им было уже некуда возвращаться? Таким образом, мы ищем мир, где жизнь зародилась раньше Земли, но уже погибла. Где масса и гравитация планеты были меньше, а ее обитатели любили возводить из многотонных блоков пирамиды и загадочные каменные сооружения. По странной случайности, под все эти параметры идеально подпадает Марс. Почему на Марсе горы высокие, гораздо выше, чем на Земле? Потому что на Марсе значительно меньше силы тяжести, и есть возможность даже гор остановиться. Например, гора Олимп там достигает высоты 25 километров, а самая высокая гора Джомолунгма около чуть больше 8 километров. За счет того, что на Земле больше силы тяжести, а там меньше силы тяжести на Марсе, поэтому там потенциально могли бы быть и более большего размера существа. На фотографиях с поверхности Марса в районе Сидонии явно видны пирамиды, руины геометрически правильных сооружений и даже дороги. Земные исследовательские аппараты нашли замерзшую воду под поверхностью планеты. Ученые уверены, что там была жизнь. Мы точно знаем, что на Марсе в глубоких слоях почвы есть вода. Жидкая вода, которая может обеспечить выживаемость простейших бактерий. Поэтому мы надеемся, что когда начнем копать и бурить поверхность Марса, если мы достигнем гидросферных слоев, обнаружим воду под поверхностью и сможем найти в ней жизнь. Слишком уж много совпадений. Нет ли здесь ошибки? Стив Беннер, основатель синтетической биологии, ученый с мировым именем. Он считает, что жизнь на Землю попала с Марса. Ученый согласился объяснить нам свою научную гипотезу в эксклюзивном интервью. Недавно команде профессора впервые в мире удалось синтезировать искусственную ДНК. Однако рукотворная молекула с генетической информацией пока не может жить и размножаться самостоятельно. По словам Стива Беннера, создание жизни упирается в две проблемы. Если взять молекулы, добавить им энергии и предоставить их самим себе, то, далее цитата, получится смесь вроде асфальта, которая больше подойдет для дорожного покрытия, чем для начала дарвиновской эволюции. И вторая проблема. Нас учили, что жизнь зародилась в воде. Но оказывается, вода разрушает ДНК и РНК, и им нужны какие-то стабилизаторы. Представьте, что вы живете в большом пакете с водой. И ваша ДНК и РНК подвергаются постоянному разрушению водой, которая окружает вас повсюду. И тут парадокс такой. Да, вода, очевидно, необходима для жизни. Но при этом она разрушает генетический материал, который также необходим для жизни, без которого невозможно ее развитие и продолжение.
Именно в этом и заключается парадокс. Исправить ситуацию могут некоторые вещества. Среди них соль борной кислоты и молибден. При их наличии шансы на возникновение жизни резко возрастают. Соли борной кислоты помогают предотвратить превращение всех органических веществ в смолы. А молибден позволяет переформировать атомы, которые удалось сохранить солям борной кислоты для того, чтобы образовались первые простейшие генетические молекулы. Кроме того, мы пришли к выводу, что необходимо не то, чтобы много воды все время, а скорее она то необходима, а то наоборот, вредна. То есть нужна так называемая непостоянная вода. Эта теория была встречена научным сообществом с интересом. Правда, ученые и геологи из Института Карнеги в Вашингтоне сразу же указали на пробелы. Что касается химии, то тут к гипотезе Беннера не было вопросов. Однако проблема заключалась в том, что миллиарды лет назад, до возникновения жизни на нашей планете, не было условий для необходимых реакций. Не было молибдена и бора, и было много воды. Зато все это имелось в другом месте. Исследование марсианского метеорита Mile 09-00030, найденного в Антарктиде, показали, что в этом камне содержание остатков солей борной кислоты в 10 раз превышает уровень в других метеоритах. Тут они мне говорят: постой, а вот на Марсе никогда не было столько воды, сколько на ранней Земле. Тем не менее, вода там в то время была. Кроме того, на Марсе в достаточном количестве можно обнаружить необходимые для зарождения жизни бор и молибден. Все процессы, которые ты описал в своей работе, вполне могли происходить на Марсе. Там для этого есть все условия. Таким образом, предположение о том, что жизнь зародилась не на Земле, а на Марсе, появилось в качестве решения проблемы слишком большого количества воды на ранней Земле и слишком малых концентраций бора и молибдена. Но как это произошло? По данным астрономов, ежедневно к нам прилетает около килограмма марсианского вещества. Осколки с Красной планеты попадают двумя способами. Во-первых, это марсианские вулканы, которые сейчас уже не проявляют такой активности. Но в принципе, когда вулкан начинает действовать, различные вещества, породы выбрасываются на большой скорости в атмосферу. Но сейчас более вероятен второй способ попадания метеоритов с Марса на Землю. Во втором случае, либо при падении на Марс крупного метеорита. Происходит выброс больших камней с поверхности Красной планеты. Вполне вероятно, что именно так была занесена жизнь с Марса на Землю. В общем, представьте, вы сидите на Марсе воскресным утром, решаете кроссворд в газете, и тут в соседский дом попадает метеорит. Вас выносит взрывной волной в космос, где вы, конечно, моментально заморозитесь. Но если вы микроорганизм, вы сможете выжить при этом. И вот вы с осколком Марса около года летите в космосе. Вы находитесь внутри камня, который защищает вас от бомбардировок космическим мусором. Затем вы приземляетесь где-то в Арктике. Конечно, верхние слои метеорита при попадании в атмосферу Земли очень сильно нагреваются. Но внутри температура остается довольно низкой. Поэтому, в принципе, для микроорганизмов не составляет большого труда пережить приземление где-то в арктических льдах. Но вот примерно по такой модели жизнь была перенесена предположительно с Марса на Землю. Но пока речь идет только о простейших формах жизни. Никто из серьезных ученых не утверждает, что 4 миллиарда лет назад жизнь на Марсе имела высокоразвитую форму. Науке неизвестно, существовали там марсиане или нет. Имели они корабли, на которых решили спуститься на Землю, чтобы спастись от катастрофы на Марсе или нет. Но, по мнению Стива Беннера, перенос жизни с Марса на Землю был чистой случайностью. Мы понимаем панспермию как перенос на Землю с Марса простейших микроорганизмов, появившихся и зародившихся там. На Земле в то время существовали условия для длительного выживания и развития этих микроорганизмов. Но да, мы считаем, что это произошло случайно. Это простое случайное совпадение. Теория панспермии гласит, что жизнь на Землю могла быть занесена из космоса. С ней согласны многие ученые. Однако нобелевские лауреаты Фрэнсис Крик и Лесли Оргел предложили свою версию – управляемую панспермию. Это означает, что разумная цивилизация накануне глобальной катастрофы намеренно разбрасывала по планетам, в том числе и на Земле, генетический материал. Это делалось с надеждой в будущем подобрать планеты для колонизации. Смотрите далее. Кем были прародители жизни в Солнечной системе? Они всегда были гуманоидами. У них были ноги, руки, но их голова была гораздо больше нашей. Все ответы знает марсианский сфинкс. Когда доберемся до Марса, сможем ответить на вопрос, откуда мы?
В пользу этой теории есть два довода. Универсальность генетического кода и значительная роль молибдена в некоторых ферментах. А ведь молибден считается редким элементом в Солнечной системе. Существует знаменитая теория шведского нобелевского лауреата Сванте Арениуса. Он разработал так называемую теорию панспермии, согласно которой однажды во Вселенной возникли разумные существа, которые стали распространять по Вселенной себе подобную форму жизни. То есть мы — это копия некой чужой формы жизни. В античной литературе, включая Библию, написано, что боги создали людей по своему подобию. Они всегда были гуманоидами. У них были ноги, руки. Но их голова была гораздо больше нашей. И мы можем предположить, что эволюция на другой планете идет другим путем. Таких, как мы, больше нет. Но это ошибка. Теории эволюции это не противоречит, а мы — продукты эволюции. В сегодняшней теории эволюции, по мнению доктора биологических наук Юрия Симакова, много несоответствий. Если мы произошли от обезьяны, то почему они живут рядом с нами и не эволюционируют до нашего уровня? Или, например, почему мозг австралопитека мало чем отличался от нашего? Он такой же примерно содержит столько же нейронов, то есть практически уже какой-то, значит, тот, кто бегал, значит, кричал, не мог членораздельно что-то произнести и бегал с дубиной, он имел такой же мозг, как мы. А зачем? Вопрос тогда спрашивается. Зачем такое? Как это эволюционно могло быть? Почему мозг у него оказался такой развитый? И он не нужен был его использовать, потому что этот же мозг мы используем сейчас, чтобы создать компьютеры, там, решить различные проблемы научные. Этот же самый мозг используется. Но как тогда вышло, что мы намного обошли в развитии австралопитеков? Утверждается, что произошел эволюционный скачок. Но чем или кем он мог быть спровоцирован? Будем говорить, инопланетяне так и называть, или просто разум, может, они даже и не прилетали сюда, обязательно это могло быть, дистанционно не могли сделать. Решили, так сказать, создать такое продвинутое существо, как человек, нужно было на чем-то основываться. Не надо вот это от начала все задавать. Они могли взять вот тех же приматов и, значит, проведя с ними некоторые там операции биотехнологические, типа генной инженерии, вот, в примитивном смысле, как мы сейчас понимаем, они создали человека из уже имеющегося материала. Но не только человек совершил гигантские эволюционные шаги. В животном мире тоже полно странных примеров, которые сложно объяснить без предположения о возможных генетических экспериментах. Например, большие дискуссии разворачиваются вокруг кита. Мы говорим, что кит – это рыба. Но мы знаем, что кит – это млекопитающее. Маленькие киты сосут молоко. И тогда говорят, что кит раньше жил на суше. Трудно себе представить причину, по которой сухопутное животное вдруг решило жить в воде. И моментально обрело специальные органы, позволяющие нырять под водой и рожать там детей. Я считаю, что подобное существо — это последствия тех самых генетических манипуляций. И именно эта версия может объяснить загадки древних сооружений и священных текстов. Согласно библейской истории, Бог сначала создал Адама, а затем из его ребра Еву. Но слово «ребро», по мнению Эриха фон Деникина, очень многозначно. Оно имеет разное написание, и, согласно одной из расшифровок, его можно перевести как «жизненная сила». А жизненная сила – это та же самая клетка. Можно сказать, речь идет об искусственном оплодотворении. Была изменена структура клетки, ДНС. Клетку заставили расти. Продукт поместили в матку женщины. И родились дети. Ребенок унаследовал у родителей кости, форму скелета. Но все же он имел новые черты, отличные от материнских. Предки остались. Орангутан, шимпанзе, горилла. Они существуют и по сей день. Но мы – единственные существа, отколовшиеся от своего рода, потому что получили новые ДНК, которые открыли нам путь развития разума, стремления к знаниям. В истории Адама и Евы можно усмотреть что-то вроде экспериментов по клонированию. Эксперимент по созданию Адама и Евы нашел отражение в шумерских хрониках. Они считаются первоисточником библейских мифов. На табличках, которым порядка 6000 лет, изображены существа, создающие первых людей, так называемые боги. Они такие же, как и мы, только с крыльями. Но самое интересное в этих изображениях – древо жизни. Это совершенно не похоже на дерево. Картинки говорят сами за себя.
В структуре ДНК всегда есть 4 базовых элемента. И здесь мы видим эти 4 элемента, и боги работают над ними. Они меняют последовательность молекул, расставляя их по-новому. Вы только посмотрите на эти рисунки. Это совершенно очевидно. Получается, библейские гиганты нефилимы вполне могли быть представителями более развитой цивилизации марсиан. Они прилетали сюда, даже создали некоторое количество существ, на тот момент еще неразумных настолько, чтобы понять их проблемы. Нефилимы даже общались не со всеми людьми, как гласят древние тексты, а только с избранными. Но прошло много тысяч лет, и их гены рассеялись по всей планете, а люди забыли, кем были эти гиганты. Не по этой ли причине человек так рвется исследовать Марс? На Марсе, с учетом того, что там нашли воду, что там есть атмосфера, возможно, жизнь. Может быть, мы, когда доберемся до Марса, сможем ответить на вопрос, откуда мы? Насколько правдивы эти теории, мы узнаем уже на своем веку. К Марсу готовятся лететь новые аппараты. Ученые изобретают более совершенные способы исследований древних останков гигантских существ. Кем были нефилимы и что от них осталось, покажут события ближайших лет.